Шахтер приложил немало усилий, чтобы противостоять лидеру, но пусть и достойно все же уступил. Итак, старательность футболистов Донецка плюс мастерство спартаковцев сделали матч зрелищным. И так как в эфире был только второй тайм этой встречи, мы покажем несколько интересных моментов первой половины. Преимущество «Спартака» как игровое, так и территориальное было очевидным, но не хватило точности в последнюю долю секунды ни Черенкову, ни Бокию. Горняки тревожили вратаря «Спартака» Черчесова лишь дальними ударами, особой опасности не представлявшими. Единственный победный гол спартаковцы провели во втором тайме. Отличился настырный, техничный Шмаров. «Спартак» победил 1-0. Он единоличный лидер.